Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания. И сегодня у нас видеообзор на вот такой зеленый горошек Еко. Здесь 480 грамм, состав ну, довольно простой, просто горошек, сахар, соль там и все. Вот. Он здесь очень мелко написан, я постараюсь предоставить фотографию в конце ролика. Вот. Не знаю, насколько это получится. Тут, кстати, видна красивая пенка такая. Вот, баночка, кстати, здесь довольно интересная, необычная, таких еще не было у меня. Вот, давайте его попробуем. Здесь тут внизу довольно мутненькая водичка, но, видимо, так должно быть, я думаю. Здесь все оседает. Попробуем? Нет, надо ножом подцеплять. Опа! Ага. Так, сразу мы тут видим пенку. Честно говоря, иногда мне пенка кажется, что это какой-то ООС, это оставшийся. Вот, но нет, наверное, так бывает. Некоторые тут горошины поломанные. Давайте, наверное, возьмем с вами тарелочку и все это посмотрим на тарелочке. Наверное, поломленное, потому что он мягенький, я так думаю. Ой, упала. Он даже вообще пустой какой-то. Давайте возьмем вот так вот. Вот, да, тут какой-то местами прям пустой. Я такого еще не видела ни разу. Вот, попробуем ее раздавить. Опа, вот она давится, из нее же вылазит горошинка раздавленная. Давится довольно сложно. Неровненькие они, разного размера, в принципе, так и должно быть. Темновато-зеленые. Сейчас попробуем вот эту большую. Он нежный. Он прям мягкий-мягкий, такой нежный-нежный. Хотя давился с трудом. Мне казалось, что будет жесткий. Очень нежный, очень понравился. Сейчас попробую побольше. Да, здесь прям вот пенка виднеется. Да, вкус гороха. Прям горошка такого. Кожурки немножко такие. Пережевывать их надо. Остаются. Но внутри очень нежный. Ну да, кожурки не очень приятные. Не знаю, посмотрим, еще будем с вами пробовать другие горошки. Посмотрим, как там. Здесь, в принципе, видно, что вот она, кожурка от горошка. Тут тоже кожурка. Я такого, честно говоря, первый раз вижу, никогда не замечала. Вот так же вот и здесь вот есть вот она. Ой, прилипшая. Вот она, кожурка. То есть, ну, какой-то горошек немножечко другой, видимо. Они бывают разные. Их, наверное, очень много разных. Ну, конечно, мне пенка это не очень нравится. Какая-то вот она тут. Ну, ощущение, что банку просто не дам... Не то, что не домыли, а плохо ополоснули. Вот. Будет более правильное название. Но зато красивая баночка. Может быть, новые такие пойдут. Ну, вот. В принципе, это все. Вот даже тут осталось. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, как вам горошек, понравился, не понравился, чем, как там. Вот. Смотрите другие мои обзоры, там очень много у меня других обзоров на конфеты, на хлеб. И пишите в комментариях, что бы вы хотели видеть, какие обзоры, на какие продукты. Мне будет очень интересно. И будет интересно вам показать все продукты.
какие они внутри. Потому что внутри они бывают разные. Тут же опять же нарисован красивый зеленый горошек, а тут вот, ну, не очень приятно вот эти вот козявочки тут видеть. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.